Пап, ты что, спишь? И деньги лежат. А что, если я сам ими распоряжусь? Кошмар! Папа, папа, папа! Смотри, что мне богатей дал взамен на эти попытки и симпла-димплы. Ничего себе! Бедняков, какие деньги? Ты вообще в своем уме? За черный попыт деньги. Я тебе в прошлый раз целую пачку долларов дал, чтобы ты со своими крашенными таблетками сюда больше не возвращался. Да, не ожидал я от богатеева такой реакции. Облом. Папа, наверное, расстроится. Хотя, наверное, он прав. Самодельные – это не попыты. Надо нормальных купить. Это ж сколько денег-то? Это ж сколько всего накупить на них можно? И вправду, надо что-то купить, потому что сынок сейчас еще денег принесет. Ему богатеев точно за черный попыт, но не меньше еще отвалит. Да, надо придумать, что же купить себе. Надо хорошенько обдумать этот вопрос. Ведь столько всего можно купить. Ну, например, машину. Пап, ты что, спишь? И деньги лежат. А что, если я сам ими распоряжусь? Богатеев же ж мой друг, значит, и деньги мои. Куплю на все деньги настоящие попыты. Вот Богатеев офигеет. Вот это да! Сколько попытов купил! Богатеев, привет! Смотри, что у меня! Ого! Бедняков! Откуда столько попытов и симплов-димплов? И такие разные! Откуда-откуда? Купил! Где ты столько денег взял? Ты что, банк ограбил? Какой банк? Ты ж мне сам деньги дал за самодельные попыты! И ты их все потратил на вот это? Зато смотри, какие они классные, я теперь самый крутой буду. А батя твой знает, что ты все деньги на попыты потратил? Еще нет. Пойду расскажу, он будет очень рад, что наконец-то сбылась моя мечта. Складывай их сюда. Да, бедняков, не ожидал, что ты все деньги вот на это потратишь. Я думаю, батя твой тоже не ожидает этого. Да ладно, не завидуй. Вижу зависть в твоих глазах. Ну, я пошел. Давай, давай. Надеюсь, завтра увидимся. Папа спит еще. Ну, сейчас я ему весь стол попытами накрою. Вот, удивиться.
Обалдеть! Мечта моя сбылась! Бассейн, матрас, официант, официант! Чего? Папа, просыпайся, ты спишь! О, ай, ай! Ой, мне такой сон, сынок, приснился! И я придумал, куда мы потратим мои деньги! Твои деньги, папа? О чем ты? О, не понял! А откуда у нас так много этих, как их? Попыт и симпл-димплы? Ничего себе! Это где ты такое нашел? Чье это? Папа, это мое! Не понял. В смысле, тебе богатеев, может быть, их подарил? Нет, папа, это теперь все мои попыты, о которых я мечтал. Не понял. Так где ты их нашел? Не нашел, а купил в магазине на заработанные честно деньги. Какие такие деньги? Я засыпал, мечтал, здесь деньги были. Где они, сынок? Ну вот, папа, на них я это все и купил. Все деньги? Вот на это все? Кошмар!